Али Гирей. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление о картине? Картина. Ну, в первую очередь, Ира, конечно, очень интересный художник. Она, с одной стороны, очень женский художник, с другой стороны, вот когда дело касается горных вершин, сразу ощущается ее дух альпинизма, то, что она любит. И главное, что в работах есть пространство. То есть это то, что обычно дает ощущение полета. Я родом со Средней Азии, поэтому для меня как бы горная вершина имеет еще сакральное значение. У нас считается, что на горных вершинах живут духи предков, духи лучших людей, которые продолжают влиять на дела потомков. У меня такое впечатление, что Ира почувствовала вот силу духов гор. И это радость именно, и ощущение вот этой мощи природной Ира смогла передать. Очень приятно. А скажите, давно вы знаете Иру? Я когда-то делал одну из ее первых выставок, делал дизайн один раз в этой галерее. Это был год 93 или 94. Ну, прилично. Скажите, а какая больше вам картина понравилась? Я никогда не привязываюсь к какой-то одной работе, потому что когда привязываешься к одной работе, это значит, ты видишь какую-то вершину или какой-то максимум достижения художника. На самом деле художник может еще что-то сделать гораздо интереснее. И роль играет, конечно, общее впечатление. А почему? Потому что одна работа сильнее, другая слабее, одна ярче. В одной чувствуется настроение, а в другой чувствуется, что художник боролся именно с светом. То есть именно вот что такое картина настоящая? Это настроение, это вот подлинное состояние человека, когда он передает свои эмоции на холст. И иногда бывает, что у художника там муза его не подтолкнула, не дала ему правильный подзатыльник творческий. Вот. А иногда чувствуется наоборот, что художник сам заставляет именно исторгать из себя эти вещи. Очень трудно сказать, какая картина лучшая, поэтому. Просто в некоторых есть мастерство, в некоторых настроение, в некоторых и то, и другое. Очень много всего. Вот эти слои жизненные, иронные чувствуются еще, как бы уметь вырастить такую кучу детей и одновременно создать вот как бы выставку сделать. И Ира, конечно, молодец. То есть и художник, и альпинист, и мать, и короче, вполне состоявшаяся личность, что приятно. Что бы вы пожелали бы? А что ей желать? Она идет правильным путем. Как бы можно пожелать только то, чтобы этот путь стал шире и выразился в еще большее количество, скажем так, тех тугриков, которые человеку помогают, особенно творческому, преодолевать все современные препятствия. Ну, а там как бы муза, состояние мусы и все остальное у Иры есть. Спасибо большое вам. На здоровье.